наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Обладатели этого имени гостеприимны, их дом всегда полон друзей и знакомых. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Если их личная жизнь складывается удачно, то из этих людей получаются прекрасные супруги, заботливые родители, верные хранители семейных ценностей. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. У людей с этим именем всегда имеется свое мнение на любой счет. Их невозможно ни в чем переубедить, несмотря на их чувственность и доброту. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.